Я убежден, обучение в IT должно быть доступно каждому. Именно поэтому я создал уникальный курс для тех, кто хочет освоить программирование с нуля. Что делает этот курс уникальным? Мы предлагаем полный набор базовых знаний от решения задач и структур данных до алгоритмов и баз данных. Обучение сразу двум популярным языкам — Python и JavaScript, понимание работы веба и создание собственного веб-приложения с искусственным интеллектом. Практические советы по развитию карьеры и поиску работы, основанные на моем личном опыте в индустрии. Наш курс представлен на трех уровнях объяснения. Если что-то непонятно на одном уровне, переходите на следующий, где материал изложен еще проще. Такой подход вы больше нигде не встретите. И самое главное, курс стоит в десятки раз дешевле аналогичных программ от раскрученных школ и станет отличной инвестицией в ваше будущее. Ссылка на курс с весомой скидкой в описании под видео. Присоединяйтесь и начните свой путь в IT уже сегодня. AVCoder — это CS50, и это первая неделя, так сказать, с нулевым индексом. Да, не каждый день можно сказать, что вы выучили новый язык, но сегодня именно такой день. Сегодня мы разберем более традиционный и старый язык под названием C. И будьте уверены, что даже если то, что вы сегодня увидите без каламбура, выглядит очень загадочно, очень необычно, особенно если вы среди тех, кто менее уверен, держитесь за идеи из прошлой недели. Неделя номер 0, где мы обсуждали основы, функции, циклы и условия, которые сегодня вновь к нам вернутся. И действительно, в то время как на прошлой неделе и в наборе задач номер 0 мы сосредоточились на обучении программированию с помощью Scratch, с которым вы, возможно, играли в молодости. Сегодня мы вместо этого сосредоточимся на C, но по пути мы, как всегда, будем также сосредотачиваться на том, чтобы научиться решать проблемы. Также среди целей на сегодня и на самом деле на весь этот курс просто давать вам неделю за неделей все больше инструментов для вашего инструментария, так сказать, с помощью которого можно эти задачи решать. Так, например, сегодня мы узнаем, как все больше и больше решать задачи с помощью функций, как и на прошлой неделе. Мы сделаем то же самое с переменными. Мы сделаем то же самое с условиями, циклами и многим другим. Но мы также узнаем в конце сегодняшнего занятия, как такие задачи решать не надо. Оказывается, как бы ни были мощные компьютеры, Mac, ПК, сотовые телефоны, в наши дни есть определенные вещи, которые они не могут делать очень хорошо. Информация, которую они не могут представлять очень хорошо. И это на самом деле приводит ко многим реальным проблемам, как прошлым, так и, безусловно, будущем. Итак, больше о том, что мы не сможем сделать с помощью программирования, мы обсудим в ближайшее время. Но помимо этого, давайте вернемся к этой картинке. Итак, это была самая первая программа, которую я написал, которую вы, вероятно, также написали в какой-то форме. И все, что она делает, это говорит Hello World. Но, как и было обещано, сегодня этот фрагмент головоломки или эти фрагменты головоломки вместе довольно быстро начнут выглядеть более таким образом. Я намеренно раскрасил его таким образом, чтобы текст на экране теперь напоминал элемент головоломки. Итак, если я вернусь назад, обратите внимание, что у нас был этот элемент головоломки, когда кликаешь на зеленый флаг. В основном желтый с зеленым флагом, который как бы запускает весь процесс, как только вы нажмете кнопку в правом верхнем углу пользовательского интерфейса Scratch. А затем есть фиолетовый блок, который на самом деле является глаголом, действием, функцией, которая что-то делает. Итак, если я снова вернусь к тому, что мы собираемся разобрать сегодня, здесь на экране будет какой-то стандартный текст, так сказать. Какой-то оранжевый текст, который пока что мы просто вводим и принимаем как должное. Как будто вам нужно писать код именно так. Но более интересно будет фиолетовый цвет. И сегодня мы увидим, что функция, которая раньше называлась say в Scratch, теперь называется printf в этом языке под названием C. Но здесь на белом цвете вы увидите текст, похожий на белый овал на прошлой неделе, где фактически может быть ввод пользователя, например, ваш ввод как программиста. Итак, есть много отвлекающих факторов, и, честно говоря, именно такие вещи обычно и отвлекают, и даже расстраивают в начале обучения программированию в первый раз. Но идеи, что наиболее важно, будут теми же самыми. Так как же мы собираемся это использовать? Оказывается, как и на прошлой неделе, вы начнете писать то, что называется исходным кодом. Итак, код, как мы его знаем, более технически называется исходным кодом. Это то, что вы и я, то есть люди, на самом деле пишем. И действительно, это может выглядеть примерно так, как мы только что видели. Но, к сожалению, компьютеры говорят только на этом двоичном языке, нулях и единицах, более известном как машинный код. Другими словами, те же самые паттерны нулей и единиц, как на прошлой неделе, но однажды кто-то предложил, что они выводят Hello World на экран. Потому что один из этих паттернов — это H, другой шаблон — это ELLO.
и так далее. Также и другие паттерны этих нулей и единиц являются командами или инструкциями для компьютера, которые буквально говорят «покажи мне hello, запятая, world» на экране. Но писать машинный код было бы не так весело, если бы он действительно был из нулей и единиц. Но, к счастью, вы и я будем писать исходный код, который концептуально находится где-то здесь, как говорят, на высоком уровне. Но нам понадобится программа для преобразования его в низкоуровневый машинный код, чтобы мы не тратили свою жизнь на чтение и написание нулей и единиц, что в прошлом делалось с помощью перфокарт и отверстий на физических листах бумаги. Мы давно уже ушли от этого, потому что после многих лет инноваций люди дали нам языки более высокого уровня. Итак, вот что нам нужно будет сегодня сделать. Если в конце концов мы с вами пишем исходный код, но хотим получить на выходе машинный код, нам нужно что-то посередине, что будет преобразовывать этот исходный код в машинный код. Нам с вами не придется учить или даже вообще говорить о нулях и единицах. И тип программы, которую мы начнем использовать сегодня и познакомимся с ней, называется компилятор. Итак, компилятор — это программа, которая переводит один язык в другой. И это могут быть любые два языка. Но сегодня и вообще мы будем говорить о нем в контексте перевода исходного кода в машинный код. По сути, это Apple, Google, Microsoft или люди из других компаний, или даже волонтеры, которые написали программное обеспечение, которое выполняет эти преобразования. Вы и я, по сути, собираемся загрузить бесплатный компилятор и использовать его, чтобы наш компьютер понимал исходный код, который мы с вами пишем на этих языках более высокого уровня. Так, где же мы будем это делать? Ну, мы могли бы дать вам инструкции, и вы могли бы загрузить соответствующее бесплатное программное обеспечение с открытым кодом на свой Mac или ПК. Реальность такова, что это создает так много технических проблем, потому что у всех у нас немного разные компьютеры. У нас немного разные версии Windows, macOS, Linux или других операционных систем. И это тоже, как правило, отвлекает внимание в начале любого подобного курса или обучения программированию. Поэтому вместо этого мы будем использовать облако. Мы будем использовать URL-адрес вида cs50.dev. И что это сделает для вас, так это поместит в окно вашего браузера абсолютно все, что вам нужно для курса. Но здесь мы будем использовать программное обеспечение под названием Visual Studio Code, также известное как VS Code, которое само по себе является бесплатным. Оно очень популярно в отрасли. Это то, что настоящие программисты используют каждый день. Однако это его облачная версия. И поэтому все будет просто работать для вас из коробки. Но к концу CS50 цель будет состоять в том, чтобы снять вас с инфраструктуры CS50, чтобы вы могли загрузить это свободное, доступное программное обеспечение на свой Mac или ПК. Итак, совсем скоро я сам перейду по этому URL-адресу на своем компьютере. И я, и вы увидим пользовательский интерфейс, который выглядит примерно так. Цвета могут отличаться в зависимости от ваших настроек, шрифты тоже могут отличаться, ну и так далее. Но в целом он состоит из нескольких разных частей. Итак, здесь вверху мы сегодня и начнем писать код. Это интерфейс с вкладками, как и во многих программах в наши дни. И это тот же самый код на C, который мы видели совсем недавно. Итак, это то место, где через мгновение я начну его вводить. Здесь внизу находится то, что мы будем называть окном терминала или консолью. И окно терминала — это то место, где мы будем вводить команды для компиляции нашего кода, то есть для запуска нашего кода. И сегодня мы увидим контраст между графическим пользовательским интерфейсом или GUI, который имеет меню, значки, элементы, по которым вы щелкаете, и с которым вы очень хорошо знакомы, интерфейсом командной строки или CLI. Итак, мы используем оба этих интерфейса вместе. А интерфейс командной строки означает, что здесь внизу вы используете только клавиатуру. Вы можете также щелкать мышью, если хотите. Это, как правило, не даст большого эффекта, потому что интерфейс командной строки принимает команды с клавиатуры. В каком-то странном смысле это будет похоже на шаг назад от компьютеров Mac, ПК, iPhone и Android, которые у всех у нас и которые в основном графические. Но оказывается, когда вы становитесь более компьютерным человеком или программистом, вы можете быть намного более продуктивным, намного более эффективным, осмелюсь сказать, научившись использовать интерфейс командной строки и используя оба типа интерфейсов для того, что каждый из них делает хорошо. Итак, об этом чуть позже. Здесь слева вы скоро увидите интерфейс папок, как в macOS или Windows, где также будут находиться любые файлы или папки, которые мы создаем в CS50. Так что это дает вам лучшее из обоих миров. Вы можете указывать и щелкать слева и вводить команды внизу, как мы скоро увидим. Вот код, который я предлагаю нам написать в первую очередь. Точно так же, как мы написали нашу самую первую программу Scratch, чтобы сказать привет мир. Давайте сделаем именно так. Я собираюсь переключиться на этот экран, где я уже вошел в CS50.dev на своем компьютере. И чтобы сосредоточиться на коде, я скрыл панель активности. Я скрыл проводник, так сказать. Итак, вы видите здесь область, где будут размещены все мои вкладки.
вкладки и окно терминала, куда будут вводиться все мои команды. Но я просто упростил пользовательский интерфейс, чтобы сейчас сосредоточить ваше внимание на интересных частях. Итак, как мне на самом деле написать, скомпилировать и запустить какой-то код? Ну, тизером будут эти три шага. Одна из этих команд называется, как и следовало ожидать, code. И code просто позволит мне открыть или создать новый файл, например, файл под названием hello.c. Make будет пока что моим компилятором, который позволяет мне создавать программу, то есть преобразовывать исходный код в машинный код от C до 0 единиц, а затем, странно, но мы скоро увидим почему, .hello будет командой для запуска моего фактического кода, то есть текстовым эквивалентом двойного щелчка по значку на Mac или ПК, или нажатия на значок на вашем телефоне. Итак, вот и все, эти три команды позволят мне в конечном итоге писать, компилировать и запускать код, так что давайте сделаем это. Я вернулся в свой интерфейс VS Code, я собираюсь запустить code hello.c и обратить внимание здесь на пару деталей. Итак, во-первых, есть этот странный знак доллара, который не имеет ничего общего с валютой, но это просто общепринятое соглашение в мире программирования для представления вашей командной строки. Так что если я когда-нибудь скажу «перейдите к вашей командной строке», в действительности я имею в виду «перейдите в окно терминала». Теперь, когда я набрал code, пробел hello.c, я собираюсь нажать Enter. И, возможно, неудивительно, это даст мне совершенно новую вкладку, новый файл, если хотите, под названием hello.c. И точно так же, как документы Word имеют свое собственное расширение файла, например, doc, docx, а файл Excel имеет xlsx, PDF-файлы имеют PDF, GIF-файлы имеют .gif и так далее, так и файлы C имеют расширение файла по соглашению, которое является .c. Теперь пара мелких замечаний. Обратите внимание, что по соглашению я почти всегда буду называть свои файлы в нижнем регистре. По конвенции я никогда не буду использовать пробелы в именах файлов, и мое расширение файла тоже будет в нижнем регистре. Короче говоря, случайное нажатие клавиши пробела или использование имен файлов с пробелами просто усложняет жизнь, когда вы находитесь в среде командной строки. Итак, мой курсор буквально мигает, потому что программа хочет, чтобы я написал какой-то код. Я сделаю это по памяти. Вам, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы приобрести такие же инстинкты, но я собираюсь набрать эту первую строку здесь, произносимую как include standard io.h. Об этом чуть позже. Int main void с некоторыми скобками. Обратите внимание, что то, что должно произойти здесь, достаточно интересно. В коде, который я хочу набрать, я хочу то, что мы назовем фигурными скобками, своего рода завитками, которые вы не часто используете в английском языке, по крайней мере, но они есть где-то на вашей клавиатуре. Но обратите внимание, что делает VS Code и многие среды программирования. Он заканчивает часть моей мысли. Итак, я собираюсь набрать только левую фигурную скобку, но обратите внимание, что я на самом деле получаю две из них. И если я нажму Enter, заметьте, что он не только немного сдвинул одну вниз, но и сделал отступ для моего курсора, потому что точно так же, как и с псевдокодом на прошлой неделе, всякий раз, когда вы делаете что-то логическое, что должно происходить, только если происходит то, что выше него, аналогично отступ будет актуален, когда мы на самом деле пишем код. Таким образом, VS Code и подобные программы просто пытаются сэкономить нам нажатие клавиш, чтобы мне не приходилось тратить время на нажатие клавиши пробела или Tab, или тратить свое человеческое время на подобные вещи. Хорошо, с учетом сказанного, я собираюсь набрать последнюю из этих строк, printf, где f будет означать отформатированный, а затем круглые скобки. И обратите внимание, что он дал мне две скобки, он дал мне вторую бесплатно. Иногда он может запутаться, и вы, конечно, можете переопределить их, удалить их и начать заново. И теперь, в отличие от Scratch, в C оказывается, что мне нужно будет использовать двойные кавычки всякий раз, когда я использую английское слово или фразу, или любой человеческий язык, если на то пошло. Hello, запятая world. А затем, в самом конце строки, подобно тому, как в английском языке используются точки, в C я буду использовать точку с запятой. Итак, много разговоров, но не так много программирования. Технически это 6 строк кода. Но, честно говоря, единственное интересное — это строка 5. Это эквивалент того блока say. Теперь постучим по дереву, надеюсь, что я не сделал никаких опечаток. Код автоматически сохранится. Я вернусь в окно терминала, где теперь выполню вторую команду make пробел hello. Вы не говорите make hello.c, потому что вы уже создали этот файл. Вы говорите make hello, что является именем программы, которую в данном случае я хочу создать. И make умен. Он будет искать в моей папке. И если он увидит файл с именем hello.c, он преобразует этот исходный код в машинный код и сохранит результаты в файле с более простым и коротким именем hello, как ярлычок на рабочем столе. Теперь, надеюсь, ничего не произойдет. И это хорошо, довольно парадоксально. Если в программировании вы сделаете что-то не так, скорее всего, вы увидите одну или несколько строк ошибок, которые как бы кричат на вас, что вы допустили ошибку. Когда
когда ничего не происходит, это на самом деле хороший знак. Итак, последняя команда для запуска моего кода. Напомню, наши три шага здесь. Мы написали код для создания файла make, для компиляции файла из исходного кода в машинный код. И последняя — это точка slash hello. Итак, это теперь эквивалентно двойному щелчку на Mac или ПК, или одиночному нажатию на телефоне. Enter. Так, близко. Хорошо, это довольно неплохо. Я получил hello, запятая, пробел, world. Но в моем выводе есть что-то немного глупое, что может раздражать некоторых из вас в эстетическом плане. Да, знак доллара выглядит так, как будто я написал hello, запятая, world с знаком доллара в моем выводе. Но нет, это просто своего рода остаток моей командной строки, начинающейся со знака доллара. И это немного придирчиво, но это просто не кажется правильным, не выглядит правильно. Это не совсем верно. Итак, как я могу исправить это? Что ж, здесь, по крайней мере, поначалу потребуется некоторое знакомство с новым синтаксисом C, чтобы это исправить. Инстинктивно мы можем сделать что-то вроде этого. Позвольте мне просто нажать Enter, вот так. Но это должно вскоре, если еще не сейчас, вызвать у вас неприятное ощущение, потому что в целом мы увидим, что программирование на C и на Python и на других языках, как правило, основано на строках. То есть вы действительно должны начинать и заканчивать свою мысль на одной строке. Так что если у вас есть привычка нажимать Enter вот так и заканчивать свою мысль на следующей строке, языки программирования, как правило, этого не любят. Так что это на самом деле не даст нам ожидаемого результата. И чтобы показать вам это, я сделаю следующее. Позвольте мне вернуться к окну терминала здесь. Я снова запущу make hello после внесения этого изменения. Enter. И вот он, первый из наших ошибочных выводов. И он кричит на меня: отсутствует завершающий символ. И здесь есть немного красного, немного зеленого, которые привлекают мое внимание. Иногда эти сообщения об ошибках будут простыми. Иногда вам придется поломать голову, чтобы разобраться в них. Но пока я как бы это испортил. Очевидно, что Enter — это неправильное решение. Итак, оказывается, обратная косая черта N будет своего рода волшебным способом обеспечить получение новой строки в конце вывода. Позвольте мне сейчас снова запустить make hello, потому что я изменил свой код. Мне нужно снова преобразовать, перекомпилировать исходный код в .slash hello. И вот она, каноническая программа Hello World, которую я надеялся написать с самого начала. Пока не беспокойтесь об include, не беспокойтесь о standard IO, не беспокойтесь об int или main или void или фигурных скобках. Сосредоточьтесь в первую очередь на строке 5. И в течение сегодняшнего и следующего дня мы начнем разбирать остальные символы, которые пока вы должны принимать за чистую монету. Если вопросы по любому из этих шагов, которые мы только что сделали, да? Почему обратная косая черта N находится внутри кавычек, если хотите? Короткий ответ заключается в том, что это просто то место, где она должна быть, потому что внутри кавычек находятся входные данные, которые вы хотите, чтобы printf выводил на экран. Так что если вы хотите, чтобы printf, эта функция, вводил новую строку, она должна быть включена в текст кавычках, который вы ей даете. Точно, обратная косая черта N — это специальный паттерн для printf. Это означает, что нужно переместить курсор на следующую строку. Хороший вопрос. Есть ли другие вопросы по любому из этих шагов? Да? Хороший вопрос. Итак, что делать, если вы в действительности хотите напечатать обратную косую черту N? Тут все становится немного сложнее. Позвольте мне предложить сделать следующее. Оказывается, и это часто бывает в программировании, когда вы хотите, чтобы появился буквальный символ, вы на самом деле ставите еще одну обратную косую черту перед ним. Но это не то, что мы будем делать часто. Но на самом деле есть решение и этой проблемы. Но позвольте мне предложить вам, чтобы помимо этого мы теперь сравнивали его с тем, что мы уже сделали. Итак, вот первая программа Scratch, которую мы написали с зеленым флагом. Здесь, напомню, представлена ментальная модель, которую я предложил для почти всего, что мы делаем. Где функции — это просто реализация, скажем, в коде алгоритмов, пошаговых инструкций для решения задач. Входные данные для функции, напомню, с прошлой недели — называются аргументами или в некоторых контекстах параметрами. Иногда функции могут иметь побочные эффекты, как в прошлый раз со Scratch. Там было диалоговое окно, которое волшебным образом появлялось рядом с ртом кота, как своего рода побочный эффект от использования блока say. Итак, точно так же, как и здесь, у нас был белый овал в качестве входных данных. Блок say был функцией на прошлой неделе. А затем у нас был этот побочный эффект. Что ж, как мы сравниваем эти вещи слева направо? Вот блок say слева. Давайте теперь сравним его с кодом C справа. Обратите внимание на пару вещей, чтобы адаптироваться от Scratch к C. Print — это почти имя функции. Технически это printf, по причинам, которые мы в конечном итоге увидим. Обратите внимание, что скобки в C вызывают в памяти овал в Scratch. И, вероятно, именно поэтому MIT выбрал овал, потому что многие языки используют скобки таким образом. Но вы все еще пишете Hello World, как мы уже делали на прошлой неделе в Scratch. Однако, как вы могли увидеть в нашей демонстрации, вам действительно нужны двойные кавычки, а не одинаковые.
бинарные, двойные кавычки слева и справа. И для того, чтобы получить новую строку, вам нужна обратная косая черта N. И еще одна вещь отсутствует. Точка запятой, чтобы закончить мысль. Итак, все эти глупые вещи, которые, честно говоря, вы изначально забудете, если никогда раньше не программировали, но вскоре, в течение дней, недель, разовьете мышечную память. Хорошо, так что это обратная косая черта N обычно известна, просто чтобы вы знали, как escape последовательность. И поэтому обратная косая черта N позволяет нам указать символ, который в противном случае было бы трудно набрать. Но давайте разберем некоторые другие вещи, которые уже находятся над этой функцией. Итак, include stdio.h. Оказывается, что в C большая часть функциональности, которая предоставляется языком, спрятана в отдельных файлах. Поэтому, если вы хотите использовать определенные функции, вы должны сказать компилятору: «Эй, я хочу выполнить некоторые стандартные ввод и вывод. Например, я хочу напечатать что-то на экране». И это потому, что пока вы можете думать о printf как о чем-то, что находится в этом файле stdio.h. Это небольшая ложь на данный момент, но stdio.h по сути есть объявление для printf, которое научит компилятор выводить что-то на экран. Итак, include здесь просто говорит компилятору, прежде чем он что-либо сделает, по сути, найти на локальном жестком диске файл с именем stdio.h и скопировать или вставить его туда, чтобы теперь я знал о printf. Итак, эта вещь, этот файл .h, который мы технически будем называть титульным файлом. Если вы когда-либо слышали это слово, особенно если вы уже программировали раньше, оно по сути представляет то, что мы начнем называть библиотекой. Итак, библиотека в мире программирования — это просто код, который написал кто-то другой и который вы можете использовать. Обычно он бесплатный и с открытым исходным кодом, что означает, что вы можете буквально увидеть код, который написал кто-то другой. Или иногда вы платите за него. Иногда это закрытый исходный код, который, возможно, написала Microsoft. Они не покажут вам код, но позволят вам использовать нули и единицы. Итак, библиотеки очень полезны, потому что, честно говоря, даже я не совсем понимаю, как работает printf. Я принимал как должное в течение 25 лет, что если я использую printf, то на экране что-то печатается. Но кто-то умнее меня должен был фактически написать код на C, который выясняет, как получить hello и так далее. Таким образом, библиотеки позволяют нам стоять на плечах гигантов, то есть кто-то другой мог выполнить эту тяжелую работу, чтобы мы могли решать проблемы, которые для нас более интересны. Итак, еще раз, библиотека — это код, который написал кто-то другой. Титульный файл C — это просто файл, заканчивающийся на .h, который дает вам доступ к тому же самому. Итак, например, если вы хотите узнать больше об этих вещах, в мире программирования есть так называемые справочные страницы. Это текстовые файлы, своего рода документация, через которую вы можете просто узнать, как работает функция или как вы можете использовать ее входные данные и аргументы. Реальность такова, что они написаны для людей, которые не находятся в CS50. Они написаны не для тех, кто только учится программировать. Они написаны теми, кто программирует уже много лет. И поэтому, честно говоря, их немного сложно понять. Поэтому CS50 имеет свою собственную версию по этому URL-адресу manual.cs50.io, где вы увидите не только официальную документацию для C, но и упрощения, написанные персоналом на общедоступном языке, что представляют собой различные популярные функции, каковы их входные данные и каковы их выходные данные. Так, например, в разделе stdio.h вы можете фактически перейти на этот веб-сайт. Вы можете перейти по URL-адресу, подобному этому, где есть stdio.h, и вы можете фактически увидеть документацию для нее. Итак, давайте это сделаем. Я собираюсь перейти в своем браузере сюда, я перейду на manual.cs50.io, и позвольте мне здесь выбрать те функции, которые часто используются в CS50. И в разделе stdio.h вы увидите множество функций, из которых мы обсуждали только одну, называемую printf. Давайте я нажму на printf, и вы увидите интерфейс, который на первый взгляд может показаться немного ошеломляющим, но он будет выглядеть все более и более знакомым со временем. Итак, во-первых, здесь вы можете увидеть, что если вы хотите использовать printf в разделе синопсис, вам нужно включить этот титульный файл. То есть вы буквально копируете и вставляете эту строку в собственный код. Вы также увидите и это, что пока немного загадочно, но это тоже своего рода подсказка о том, как будет выглядеть функция, но об этом чуть позже. Но что более важно, вы можете прочитать об этом в описании, и поскольку эти описания, когда вы находитесь в менее комфортном режиме, написаны мной и преподавателями курса, ассистентами преподавателей, ассистентами курса, вы найдете их гораздо более доступными для понимания. И поэтому, если коротко, полагайтесь на этот сайт, когда захотите узнать, как использовать какую-то функцию, а также какие-то другие функции, которые у нас существуют. На самом деле, если я вернусь на главную страницу, то вы увидите, что есть все эти функции, которые часто используются в CS50. И есть еще сотни других, которые поставляются C. Но изучение языка программирования заключается не в изучении всех этих функций, а скорее в том, чтобы получить представление о том, где вы найдете ответы на вопросы,
когда захотите попробовать что-то новое. Но что важно знать для CS50 сегодня, так это то, что у нас есть свой собственный титульный файл под именем CS50.h, который содержит функции, которые мы написали только для того, чтобы облегчить жизнь в первые несколько недель занятий. Это так называемые учебные колеса, которые мы в конце концов снимем со своего велика. Но оказывается, что в C, особенно если вы программировали раньше, на самом деле очень сложно получать ввод от пользователя, заставлять их вводить слово или что-то еще. Как будто C специально не делали легким отчасти, потому что это один из первых языков, который не был сделан только из нуля единиц. Так что вам приходится делать много тяжелой работы самостоятельно. Но сегодня, на несколько недель, мы наденем эти учебные колеса, чтобы мы могли сосредоточиться на интеллектуально интересных идеях C и программирования в целом, не увязанных в определенных сорняках, к которым мы вернемся в ближайшее время. Так, например, собственная документация CS50 находится по этому URL-адресу, но в библиотеке есть эти функции. Функция под названием getString для получения текстовой строки. String — это синоним простого текста в языке программирования. Таким образом, getString предложит человеку ввести текстовую строку. getInt — это сокращение от getInteger, если вы хотите получить целое число от пользователя. GetFloat немного более загадочен. Получить число с плавающей запятой, например, действительное число с десятичной точкой в нем. И так далее, есть и другие. Так что это значит, что в CS50 у нас есть некоторые удобные для пользователя функции, с помощью которых мы можем фактически получить некоторый ввод. И давайте используем одну из этих наших функций, например, getString, потому что, напомню, на прошлой неделе наша вторая программа в Scratch была такой, где мы не просто говорили «Hello World», мы говорили «Hello David» или «Hello Carter» или «Hello Julia», кто бы ни вводил свое имя, но для этого нам нужен был блок «Ask» в Scratch. Затем мы использовали блок «Say», и затем мы использовали блок «Join», чтобы все это работало. Итак, давайте теперь переведем эту программу на C, потому что она немного более интересная и показательна для того типа кода, который мы начнем писать. Но нам нужна немного другая ментальная модель. У нас все еще есть функция, которая является реализацией алгоритма в коде. У нас есть еще некоторые входные данные, называемые аргументами. Но раньше я говорил, что блок say и, в свою очередь, printf имеет побочные эффекты, которые представляют собой просто что-то визуальное, что обычно происходит на экране. Другие функции на самом деле имеют то, что мы называли на прошлой неделе возвращаемыми значениями. И это вроде как аналогично тому, что функция что-то делает для вас, записывает ответ на листке бумаги, а затем передает вам, программисту, этот листок бумаги, чтобы вы могли сделать с ним все, что захотите, не просто транслируя его всему миру с помощью, например, окна диалога на экране. Таким образом, возвращаемое значение имеет отношение к такой программе. Потому что, помните, когда мы использовали блок ask, я ввел свое имя, где мое имя оказалось изначально. Оно еще не появилось на экране. Где оно оказалось? В элементе пазли ответ, и это особый овальный элемент пазл, как я утверждал ранее. Он представляет возвращаемое значение, то есть метафорический лист бумаги, на котором записан ответ, чтобы я мог использовать его позже. Именно к этому мы сейчас и хотим прийти в C, к возвращаемому значению, с которым я могу делать все, что захочу, выводить его на экран, изменять каким-то образом, сохранить в базе данных или что-то еще. Итак, например, вот что мы сделали в Scratch. Входными данными для блока «сказать» или блока «спросить» было «как тебя зовут» в кавычках. Функция, конечно же, это функция «спросить». А возвращаемое значение было «ответ». Если мы сейчас рассмотрим, как мы можем перевести это на язык C, то поначалу это будет выглядеть немного странно, но это будет следовать определенному паттерну. Сегодня, на следующей неделе, через неделю, всякий раз, когда мы будем писать подобный код. Итак, я утверждаю, что функция getString будет наиболее аналогичной функции блока «спросить» в Scratch. Чтобы прояснить, это специфическая для CS50 вещь, своего рода учебные колеса, но через несколько недель мы покажем вам, что делает эта функция, и как вы не сможете использовать ее в дальнейшем, когда освоитесь самим языком. Обратите внимание, что я поставил круглые скобки слева и справа в качестве своеобразного заполнителя для пользовательского ввода. И этим пользовательским вводом будет «как тебя зовут». Но я не могу просто поместить «как тебя зовут» в скобки. Что мне нужно минимально добавить туда еще? Да, двойные кавычки слева и справа. Давайте добавим их. Я оставил здесь пробел не для новой строки. Я мог бы переместить курсор на следующую строку. Но минимально я хочу переместить курсор хотя бы на один пробел, чтобы это выглядело красиво. Чтобы, когда меня спрашивали мое имя, между вопросом и моим ответом был пробел. Но это также может быть обратная косая черта N. Это просто мой эстетический выбор. Но что мне делать с ответом, который возвращается от getString? Здесь текст будет выглядеть по-другому. В C вы начинаете использовать знак равенства слева направо, соответственно. А слева вы указываете имя переменной, которой вы хотите сохранить это возвращаемое значение. Возвращаемое значение — это своего рода концептуальная вещь. Вы можете сделать с ним все, что захотите. Если я хочу сохранить его на более длительный срок в переменной, например, x, y или z, как на уроках математики, я могу просто дать ей здесь имя x, y или z, или что-то более
разумное. Ответ, например, или любое другое английское слово. Без пробелов обычно в нижнем регистре. Те же эвристики, что и раньше, но это означает, что теперь вы спросите пользователя, как его зовут. Чтобы он не ввел, сохраните это справа налево в этой переменной под названием ответ. Но C еще не закончил с нами. Если вы изучали Python или некоторые другие языки, вы бы уже закончили писать код на этом этапе. Однако в C вы дополнительно должны сообщить компилятору, какой тип переменной вы хотите использовать. Так что если это текстовая строка, вы пишете string. Если это целое число, вы говорите int, как мы могли уже видеть раньше. Так что это немного более педантично. Честно говоря, это больше раздражает, больше обязанностей на вас, на мне, на программистах в целом, но это просто помогает компилятору знать, как хранить это в памяти компьютера. И я уже почти закончил с этой строкой кода, но чего не хватает. Итак, точка с запятой, и запомните мои слова, если вы никогда раньше не программировали, на этой неделе, в этом семестре, вы забудете точку с запятой точно. У вас опустятся руки, вы будете расстроены, потому что не сможете понять, почему ваш код не работает. Вы столкнетесь с такими глупыми проблемами, но поверьте, что это действительно глупые проблемы. Это не означает, что у вас не получается или что вы не программист. Просто требуется время, чтобы уяснить эти вещи, особенно если язык для вас новый. Итак, вот моя точка с запятой. Хорошо, давайте тогда сделаем что-нибудь с этим возвращаемым значением, используя второй из больших элементов пазла в Scratch. Итак, когда я хотел сказать «Привет, Дэвид», или как там зовут человека, я бы складывал свои элементы пазлы вот так. Это на самом деле похоже на Python и, возможно, некоторые другие языки, которые некоторые из вас изучали. Но C немного отличается, и ближайший аналог этого решения в Scratch будет выглядеть так. Я все еще использую printf, потому что printf — это эквивалент сказать. Внутри моих скобок я буду, как ни странно, писать hello %s. Так что в C нет реального аналога соединить. Вместо этого есть способ специально форматировать текст с помощью printf. Отсюда и буква f в printf. И то, что вы делаете в printf, это печатаете любое английское слово или человеческие слова, как хотите. Затем вы используете %s в качестве заполнителя. Если вы хотите добавить к своему тексту текстовую строку, вы будете писать буквально %s. И позвольте мне предвосхитить вопрос из зала, как напечатать %s. Для этого тоже есть решение, если вы когда-нибудь захотите буквально напечатать %s. Но это немного странный выбор символов, так что вероятность того, что нам когда-нибудь понадобится набирать это самостоятельно, настолько мала, что никто об этом особо не беспокоится. Хорошо, но этого не совсем достаточно. В дополнение к hello, запятая, пробел, заполнитель %s, и просто для ясности, это код формата. Опять же, формат — это буква f. F. Мне все еще нужны двойные кавычки вокруг всего этого. В данном случае, чтобы соответствовать моей предыдущей программе, я собираюсь добавить обратную косую черту N, чтобы переместить курсор на следующую строку. И сейчас я оставил здесь безумное количество места, но это сделано намеренно. Если у кого-нибудь предположение, что я, вероятно, захочу добавить после кавычек, но все еще внутри скобок. Ответ. Итак, сам ответ. Мне нужно каким-то образом сообщить printf со вторым входным параметром, иначе известным как аргумент, что я хочу подставить вместо %s. Поэтому я ставлю запятую, а затем имя переменной, которую я хочу, чтобы printf выяснил, как подставить сюда. Честно говоря, это немного раздражает, и это своего рода устаревший подход. Более новые современные языки, которые мы увидим позже в этом курсе, такие как Python и JavaScript, на самом деле имеют гораздо более удобные для пользователя способы это сделать. Но так вы поймете эвристику, то есть правило, что это просто форматирование строки путем подстановки того, что вы хотите в эту так называемую строку формата. И опять же, запятая здесь важна. Она означает, что функция принимает один входной параметр слева и второй входной параметр справа. Но обратите внимание на эту запятую. Технически здесь две запятые. Но я не утверждаю, что эта функция принимает три входных параметра. Почему? Эта запятая, на которую я указываю, не означает то же самое. Это потому, что эта запятая является частью кавычек и частью строки. Совершенно верно. Эта запятая, на которую я указываю, является частью кавычек и, следовательно, частью моей строки английского текста. Так что это просто английская грамматика, а это уже своего рода синтаксис C. И опять же, это те самые раздражающие мелкие детали, например, когда мы используем один и тот же символ для разных вещей, но контекст имеет значение. Поэтому просто внимательно смотрите на свой код, тщательно просматривайте его слева направо, и, как правило, ответ будет очевиден, без каламбура. Хорошо, есть ли вопросы по этому синтаксису, прежде чем мы действительно напишем и запустим его? Да? Почему обратная косая черта N стоит не после ответа? Функции, включая printf, работают так, что вы передаете им один аргумент внутри скобок, а если у вас есть второй аргумент, вы ставите его после этой запятой, но printf работает так, что его первым аргументом всегда является строка, которую вы хотите отформатировать. Так что все, что вы хотите вывести на экран, должно быть заключено в эти кавычки. И вы, возможно, можете сделать вывод из этого. Если бы я на самом
деле хотел сказать несколько вещей в этом предложении. Например, hello может быть имя, фамилия. Я мог бы сделать hello, запятая, процент s, пробел, процент s. Если бы у меня было две переменные, одна с именем, другая с фамилией. Но тогда мне понадобилось бы еще одна запятая для третьего входного параметра. Так что в этом смысле printf очень универсален. Вопросы? Да? Хорошо, можно ли абстрагировать саму строку формата hello, запятая, ответ? Короткий ответ — да, но в C это сделать не так просто, как в других языках. Поэтому мы пока что держим все простым, но вам очень понравится что-то вроде Python или JavaScript, где большая часть этих сложностей уходит. Но вы также увидите, что в Python, JavaScript и других языках они по-прежнему вдохновляются подобным синтаксисом, так что понимание этого сейчас будет полезно для нескольких языков в дальнейшем. Хорошо, давайте уже сделаем что-нибудь с этим кодом, а не просто будем говорить о том, что он может сделать для нас. Давайте перейдем обратно в VS Code. Я собираюсь удалить эту среднюю строку printf. Я все еще нахожусь в том же файле hello.c. Я собираюсь очистить окно терминала, чтобы устранить отвлекающие факторы. Для этого я могу буквально набрать clear. Но это только ради эстетики. Функционально это не так уж полезно. Или вы можете нажать Ctrl-L на клавиатуре, чтобы достичь того же эффекта. Но я вернусь к строке 5, где ранее я просто писал hello world. И вместо этого я сделаю следующее. Я создам переменную с именем answer, тип которой будет string. Я присвою ей значение, равное возвращаемому значению функции getString, задав вопрос на английском языке what's your name с одним пробелом, чтобы просто переместить курсор, и завершу точкой с запятой. Затем я напишу printf, открывающая кавычка, hello, заполнитель, обратная косая черта, n, запятая, а что идет здесь? Снова? Здесь идет answer, и мне нужна точка с запятой справа от этого, но я думаю, что теперь я закончил. Позвольте мне указать на пару деталей. Это стало очень красочным, очень красивым, очень быстро. И это не похоже на черно-белый код, который я показывал на экране мгновение назад. Это потому, что такие программы, как VS Code, делают для нас красивую печать, или скорее подсветку синтаксиса нашего кода. Подсветка синтаксиса означает просто добавление некоторых цветов к коду, чтобы различные идеи выделялись. Например, вы заметите, что printf здесь, getString здесь выделены фиолетовым цветом, потому что они представляют функции, точно так же, как блок сказать. Здесь what's your name в кавычках VS Code выделено светло-голубым цветом вместо белого, но это по-прежнему будет последовательным, если я буду использовать строки текста и в других местах. Я не вводил ничего особенного, это не похоже на Microsoft Word или Google Docs, где я выделяю и меняю цвета вещей. Все это происходит автоматически, но это просто текст в кодировке Unicode. Он автоматически интерпретируется и к нему применяются эти цвета, чтобы визуально выделить наиболее полезные вещи. К сожалению, я допустил ошибку, но я сделал это намеренно, потому что вы тоже, вероятно, допустите эту ошибку. Я снова запущу make hello, потому что я изменил свой код, так что мне нужно заново сгенерировать машинный код из нового исходного кода. Но, к сожалению, когда я нажимаю Enter, сейчас, боже мой, ошибки, даже не помещающиеся на экране. Позвольте мне сделать это окно больше. Я нажму на маленький символ каретки здесь, чтобы на мгновение увеличить терминал. И вы увидите, что строк с ошибками больше, чем строк кода, который я написал, и что они написаны довольно загадочно. Опять же, программистами, которые пишут код уже 10-20 лет. Но есть некоторые детали, которые бросаются в глаза. Так что обратите внимание, что проблема определенно с hello.c. Отлично, это моя вина. Этот синтаксис здесь означает, что проблема в строке 5, а следующая 5 означает символ 5. Так что можете буквально вычислить ваш баг, вашу ошибку, перейдя к строке 5, а затем на 5 символов вправо и где-то в этой области. В частности, использования необъявленного идентификатора string. Может быть, вы имели в виду standard in? Не думаю, что я это имел в виду. Мне нужен string. И здесь есть еще некоторые сложности. Но важны здесь не детали этой ошибки, а скорее то, что он не распознает слова string или getString. Почему так может быть? Да? Совершенно верно, поскольку мы используем getString, который, как я утверждал, является специфичным для CS50 и будет использоваться нами несколько недель, C не знает о нем из коробки, так сказать. Я должен научить компилятор, что getString существует так же, как я научил компилятор, что printf существует, включив соответствующий титульный файл. И в этом случае это просто include cs50.h. Это теперь сообщает компилятору, о, кто-то уже написал эту функцию getString, и вместе с ней это тип переменной, называемый string.
Blink. Так что теперь, если я вернусь в окно терминала и снова запущу ту же самую команду make hello, возможно, теперь на самом деле ничего не пойдет не так, потому что компилятор будет доведен до уровня всей необходимой функциональности. И теперь, если я сделаю hello, enter, вот оно, как меня зовут. И обратите внимание, что курсор находится на один пробел дальше, просто потому что я подумал, что это будет выглядеть красивее, чем если бы курсор был прямо рядом с вопросительным знаком. Ввожу D, A, V и D в качестве моего ввода и нажимаю Enter. И получаю Hello, David. Есть ли вопросы по любым моментам из этого кода? Вопросы? По любому коду? Нет? Хорошо, давайте добавим некоторые другие функции. Оказывается, что в мире существуют и другие типы данных, другие типы переменных, не только строки, но и, как мы уже говорили ранее, целые числа, сокращенно int, числа с плавающей точкой, сокращенно float, и некоторые другие. Так что давайте не будем сосредотачиваться только на string и сделаем что-то более интересное с числами здесь, и посмотрим, что мы можем сделать с чем-то вроде целых чисел, опять же, сокращенно int, взглянув на не getString, как раньше, а теперь на getInt. И для этого я дам вам несколько других инструментов в нашем наборе инструментов, те коды формата, на которые я ссылался ранее, такие как %s, к счастью, довольно простые. И вот список большинства популярных кодов формата, которые вам когда-либо понадобятся с printf. В частности, мы видели %s для строк, и вы, возможно, можете догадаться, какой из них мы собираемся использовать для целых чисел. Да, мы будем использовать %i для целых чисел, и это то, что вы можете найти в руководствах или на слайдах, подобным этому. Но лишь некоторые из них вы будете использовать часто. Но давайте используем целые числа в более интересном контексте, не просто с помощью функций. Давайте вернемся к идее условных операторов. А условные операторы в Scratch были похожи на эти пресловутые развилки на дороге, типа вы хотите сделать это, или то. Это способ принятия решений в программе, который будет супер полезен и практически вездесущ в любых проблемах, которые мы пытаемся решить. Так что позвольте мне дать вам еще несколько строительных блоков в C, еще раз сравнив их один к одному. Итак, вот как бы мы могли сказать в Scratch, если одна из двух переменных, x или y, меньше другой, то, скажем, в кавычках, x меньше y. Своего рода глупая программа, но просто чтобы показать вам базовый синтекс для Scratch. Вот как бы мы задали вопрос, если x меньше y, тогда скажите это. Итак, сказать — это функция. Если это условный оператор, а зеленую штуку здесь мы как называли? Как мы называли? Да? Булево. Булево или булевое выражение, что просто означает вопрос, ответом на который является истина или ложь, да или нет, один или ноль. Как бы вы не хотели думать об этом, C код будет выглядеть так. Потребуется немного привычки, немного мышечной памяти, чтобы освоить это. Но вы скажете if, затем в скобках вы скажете x меньше y, предполагая, что x и y — это переменные. Затем вы будете использовать эти фигурные скобки. Если вы хотите сказать в кавычках x меньше y на C, какую функцию вы должны здесь использовать, предположительно? Итак, printf в кавычках x меньше y. Это немного многословно, но опять же обратите внимание на шаблон. Имя функции printf. В скобках слева и справа находится аргумент для printf, который заключен в кавычке x меньше y. И опять же, просто для эстетики, чтобы переместить курсор на следующую строку, о чем вам не нужно было беспокоиться в Scratch, потому что там все в диалоговых окнах. Мы также добавляем обратную косую черту n. Обратите внимание, что эти фигурные скобки, как они называются, очень похожи на оранжевый элемент пазла здесь. Они как бы обнимают код вот так. И отмечу, что, строго говоря, в C, если у вас только одна строка внутри условного оператора, вы можете полностью опустить фигурные скобки, и код все равно будет работать, если у вас только одна строка. Почему? Просто экономить людям несколько нажатий клавиш. Если у вас две строки, три строки или больше внутри, вам нужны фигурные скобки. Но я всегда буду рисовать их с фигурными скобками на этом курсе, чтобы это как можно больше напоминало Scratch. Кстати, некоторые из вас, кто программировал раньше, могут сейчас поморщиться, потому что вам действительно нравится, чтобы фигурная скобка была здесь, а не здесь. Это тоже вопрос стиля. И мы тоже поговорим об этом на курсе. С эстетической и стилистической точки зрения мы можем принимать определенные решения. Но, как правило, в классе или в компании вы, как студент или сотрудник, просто стандартизируете один набор правил, так сказать. Поэтому мы будем использовать эти правила для форматирования нашего кода на курсе последовательно. Итак, если какие-либо вопросы по этому фрагменту кода C,
хорошо, тогда еще пара примеров. Вот как в Scratch мы могли бы сделать двухстороннюю развилку на дороге, если x меньше y, сказать, что x меньше y, иначе сказать, что x не меньше y. Все это будет выглядеть практически так же, но обратите внимание, что я добавляю здесь ключевое слово else с еще одним набором фигурных скобок. У меня будет еще пара printf, но в C, даже если это явно основано на клавиатуре, это просто текст, больше никаких элементов пазлов, это в некотором роде та же форма, так сказать, и определенно та же идея. Так что это следует шаблонам. А что насчет трехсторонней развилки на дороге? Если x меньше y, то сказать, что x меньше y. Иначе, если x больше y, сказать, что x больше y. Иначе, если x равно y, то сказать, что x равно y. Ну, вы, наверное, видите, к чему это идет. С правой стороны это выглядит почти так же, но на самом деле, если добавлю printf, это будет действительно почти то же самое, по крайней мере, логически. Но есть, по крайней мере, одна странность, на первый взгляд, опечатка. Но на этот раз это не так, да? Да, двойной знак равенства не соответствует Scratch, но на самом деле это не ошибка или опечатка в C. Если у кого-нибудь интуитивное понимание, почему я использовал здесь два знака равенства вместо одного, да? Потому что иначе это можно было принять за переменную. Точно. Ну, иначе это было бы принято за переменную, а точнее за присвоение переменной. Напомню, что в предыдущем коде, когда мы использовали функцию getString, мы использовали знак равенства для присвоения значения переменной справа налево. И это разумное решение. Равно как бы означает, что в конечном итоге два значения должны быть равны, даже если вы думаете об этом как о движении справа налево. К сожалению, авторы C как бы загнали себя в угол, и предположительно, десятилетия назад, когда они поняли, ой, черт, мы уже использовали один знак равенства, как нам представить равенство двух значений? Ответ, который они придумали, был, ладно, мы просто будем использовать два равно вместо этого. И так и родилось это решение. Лучше ли оно, кто знает. Сумасшедшим образом, в других языках, например, в JavaScript, у вас есть не только один, но два, а также три знака равенства подряд для решения еще одной проблемы. Так что разумные люди могут не соглашаться с тем, насколько хороши или плохи эти решения, но в C вы должны делать вот так. Но здесь есть и плохое проектное решение. Код по-прежнему правильный слева и справа, но я уверен, что я мог бы раскритиковать качество дизайна кода как в Scratch, так и в C. По каким причинам, как думаете? Хорошо, очень хорошая интуиция. Нужно ли нам задавать этот третий вопрос, else if x равно y? Короткий ответ — нет. Логически верно, просто исходя из арифметики, либо x меньше y, либо x больше y. Либо каков единственный возможный ответ? Они должны быть равны, логически. Так что технически вы просто как бы тратите время компьютера и его ресурсы впустую, задавая этот вопрос, потому что он уже знает ответ на этом этапе. И вы впустую тратите свое время как программист, утруждая себя набором большого количества кода или элементов пазлов, чем вам нужно, потому что логически одно вытекает из другого. Так что я могу ужать это, избавиться от else if, просто использовать else. Я могу сделать то же самое здесь, в C, тем самым полностью избежав двойного знака равенства, но не потому, что это неправильно, а потому, что вы тратите время впустую, потому что теперь вы потенциально задаете только два вопроса, два болевых выражения вместо 50% больше, задавая в общей сложности максимум три вопроса. Другие вопросы по этому коду логически или иначе? Нет? Хорошо, если у вас есть эти элементы пазла, так сказать, в нашем распоряжении, как мы можем на самом деле использовать их? Ну, предположим, что мы действительно хотим что-то сделать со значениями. Давайте также введем переменные в C. Мы видели пример использования строки мгновение назад, но как насчет чего-то вроде целых чисел? Ну, возможно, не использовали это в Scratch, но вот оранжевый элемент пазл в Scratch, с помощью которого вы можете создать переменную под названием counter для подсчета вещей. И вы можете установить ее равной некоторым значению, например, нулю. Теперь вы, возможно, догадываетесь, к чему мы идем. Если в C я хочу объявить переменную с именем counter, и я хочу установить ее равной нулю, я использую один знак равенства, потому что логически вы читаете справа налево, или технически это выполняется справа налево. Но этого недостаточно в C, чего не хватает на экране. Итак, нам нужен тип данных, и если это будет целое число, то я буду использовать int. И еще одна ошибка, которую я продолжаю делать, это... Итак, точка с запятой в конце строки, так что это немного более многословно, чем в некоторых языках. Но если вы читаете слева направо, то, как вы говорите,
говорите C, дать вам переменную с именем counter типа int и инициализировать ее значением 0. Вот и все. Хорошо, как насчет того, чтобы в Scratch изменить эту переменную на единицу, добавив к ней единицу? Scratch — это очень просто. Вы просто меняете ее на единицу или даже на минус единицу, если хотите идти вверх или вниз соответственно. В C оказывается, что у вас есть несколько разных способов провернуть такое. И кажется, что это математически невозможно, но это потому, что равенство — это присвоение. Напоминаю. Так что эта строка кода не говорит, что counter равен counter плюс 1, потому что это просто невозможно, используя типичные числа. Но это означает, возьмите значение counter, добавьте к нему единицу и присвойте обратно переменный counter. Так что это как увеличение counter таким образом. Но это настолько распространенная вещь в C и в программировании, увеличивать или уменьшать значение переменных, что есть более краткий синтакс. Это идентично. И вам может потребоваться немного практики, чтобы привыкнуть к этому, но это просто экономит вам несколько нажатий клавиш. Но это также добавляет единицу или любое другое число, которое вы там используете. И это настолько распространенная операция, особенно в C, что есть еще более краткий способ выполнить ту же идею. И вы можете буквально просто написать counter++ и затем точку запятой в этом случае. Все три варианта абсолютно одинаковы, все три абсолютно правильны. Но со временем вы поймете, что набор меньшего количества текста на экране, вероятно, сэкономит вам какое-то время. Между тем, если мы хотели сделать обратное и сделать что-то вроде минус 1 в Scratch, мы могли бы аналогично сделать минус-минус в C. Да, в C мы могли бы сделать минус-минус здесь справа. Хорошо, просто некоторые дополнительные строительные блоки, перевод из Scratch в C. Почему бы нам не попробовать использовать это, возможно, следующим образом? Позвольте мне вернуться к VS Code и позвольте мне предложить сделать что-то вроде этого. VS Code я собираюсь очистить окно терминала. Я собираюсь закрыть hello.c, просто щелкнув по крестику. Я собираюсь создать новый файл под названием compare.c, потому что цель этой программы будет заключаться в сравнении целых чисел на экране. На этот раз я не собираюсь допускать ошибку. Я заранее включу cs50.h. Я заранее включу studio.h. И здесь тоже очень распространенная ошибка при изучении C. Это не studio.h. Так что, когда вы пишете нам, спрашивая, почему studio.h не работает, это потому, что это не то слово. Это стандарт io.h. H, что означает стандартный ввод и вывод, все, что связано с экраном и клавиатурой. Затем я собираюсь, как и раньше, написать int main void, но мы еще вернемся к тому, что это значит. И теперь внутри main, что просто является основной частью моей программы, опять же, вы можете думать об этом как об аналоге при нажатии зеленого флага. Это просто все запускает. Я собираюсь сделать две вещи. Я собираюсь получить целое число под названием x, и я собираюсь попросить пользователя ввести это целое число и просто сказать что-то вроде «что такое x?» пробел. Затем я собираюсь сделать int y равным getInt в кавычках «что такое y?» пробел. И затем давайте просто сделаем что-то простое. Например, если x меньше y, то выведя в кавычках x меньше y, обратная косая черта n, точка с запятой. Это не очень глубокая программа, она просто будет делать то, что большинство человеческих мозгов могут сделать довольно быстро. Но, по крайней мере, это демонстрирует, как мы можем теперь использовать что-то вроде условного оператора в коде. Так что позвольте мне скомпилировать этот код в первый раз. Make, compare, enter. Ничего плохого не происходит, что хорошо. Compare, вот как я запускаю программу. И чтобы разобраться с этим, точка, как мы скоро увидим, по сути означает, что файл находится в вашей текущей папке. Так что точка означает вашей текущей папке. И мы в конце концов увидим, что две точки означают родительскую папку. Например, ту, которая содержит то место, где я нахожусь на жестком диске моего компьютера. Хорошо, compare, что такое x, 1, 2 для y. И, надеюсь, должно быть написано, что x меньше y. Так что все довольно просто. Доказательство на примере. И надеюсь, это будет работать и в других случаях. Но если я переверну это и снова запущу compare и введу 2 и 1, ничего не произойдет. Но вы бы ожидали этого, потому что есть только одно булевое выражение, которое решает, следует ли мне вообще печатать это. Так что же происходит? Что ж, если это поможет вам, вы можете представлять логику работы любой программы, будь то на Scratch или C, как своего рода блок-схему. И мы будем выкладывать некоторые
из них время от времени, особенно в случае, если вы мыслите визуально. И это представляет то, что я только что сделал. Итак, на этой картинке концептуально показано, где начинается программа. И всякий раз, когда вы видите ROM, вы думаете о том, как о булевом выражении, вопросе, который задается. И задаваемый вопрос x меньше y. Он имеет два возможных ответа — истина или ложь. Да или нет, соответственно. Так что позвольте мне предложить согласно стрелке, то если ответ истинный, то выведите согласно этому прямоугольнику x меньше y. Просто в кавычках, а затем остановитесь. На этом программа все. Но логически, если x не меньше y, то есть ответ на этот вопрос ложный, мы просто перейдем к концу и остановимся. Так что это диаграмма потока управления. Это просто наглядный способ, который вы можете написать на листке бумаги, который представляет то, что делает программа. И это станет еще немного более интересным, если теперь мы сделаем с кодом что-то еще. Например, вместо того, чтобы просто делать вывод, что это или то меньше единицы, давайте вернемся к коду здесь. И позвольте мне очистить окно терминала. И позвольте мне добавить else. Итак, else, выведите x. Я не думаю, что хочу сказать именно это, больше y. Это не совсем правильно. Что было бы разумно здесь сказать? Да, тонкость, но x не меньше y, потому что они могут быть равны. Мы не знаем, если мы проверяем только два сценария. Так что, если я перекомпилирую это, make compare, точка, slash compare, теперь, если я введу единицу, запятая, двойку, я все еще получу тот же ответ. Если я снова запущу точку, slash compare, 2, запятая, 1, я теперь получаю противоположный ответ. Это не так хорошо, как нам хотелось бы. Было бы неплохо знать, равно оно или больше. Но, по крайней мере, это весь код, который у нас здесь есть. И просто чтобы сейчас показать целостную картину, если я вернусь к моей диаграмме потока управления, моей блок-схеме здесь, вот как это выглядело раньше, логично. Теперь, когда я добавил вторую ветвь, так сказать, теперь, если ответ ложный, я сначала вывожу, что x не меньше y, а затем останавливаю программу. Та же идея, но дерево решений, если хотите, если вы проходите или 10 класс или что-то подобное, становится немного больше теперь, концептуально. Хорошо, а что если мы сделаем что-то больше, чем это? Давайте на самом деле добавим это третье условие. Позвольте мне вернуться к этому коду здесь. Я собираюсь открыть окно терминала, чтобы освободить место для большего количества кода. И я собираюсь сказать else if x больше y. Тогда продолжайте и скажите не x не меньше y, а скорее x больше y. А затем здесь внизу я сделаю else if x равно y. Тогда я могу продолжить искать printf x равно y, обратная косая черта n, закрывающаяся кавычка. Хорошо, теперь если я запущу это, позвольте мне снова открыть окно терминала, позвольте мне снова запустить make compare, и позвольте мне снова запустить точка slash compare. 1 и 2 одинаковые, позвольте мне перезапустить, 2 и 1 одинаковые, позвольте мне перезапустить в третий раз, 1 и 1 теперь на самом деле равны. Так что это работает правильно, но почему я сделал акцент на использовании этих else if. Иначе говоря, разве я не мог бы просто немного упростить свою жизнь и сказать, если это, то то. Если это, то то. Если это, то вот это. Просто задайте все три вопроса. Держите код простым, не беспокойтесь об этих else. Будет ли это работать для меня? Да, это экономит немного времени, потому что в этом случае, как и в английском языке, это как задавать три отдельных вопроса. И это не использует никакую информацию из предыдущих вопросов, чтобы решить, стоит ли задавать этот другой вопрос. Другими словами, если x меньше y, и вы уже выяснили это, потому что это единица и двойка, соответственно, вы собираетесь напечатать вот это. Зачем тратить время на этот вопрос, если он не будет истинным? И смысл, который я хотел здесь донести, заключается в том, что если мы визуализируем этот конкретный дизайн, блок-схема выглядит вот так, и позвольте мне увеличить масштаб верхней части. Если вы зададите вопрос x меньше y, то вы скажете x меньше y. Затем, если вы перейдете к следующему вопросу, вы все равно зададите вопрос x больше y. А затем ниже вы все равно зададите вопрос x равно y. Так что независимо от того, что такое x и y, вы задаете 1, 2, 3 вопроса все время. Но если мы на самом деле сделаем то, что сделали в первый раз, где, если я вернусь к своему коду и отменю это изменение и добавлю обратно else if, и теперь позвольте мне вернуться к блок-схеме, которая, как я утверждаю, плохая, потому что это 1, 2, 3 вопроса, один или два из которых могут быть не нужны. Теперь, если я визуализирую то, что я только что сделал, блок-схема выглядит немного сложнее, но она будет лучше спроектирована, более эффективна.
Почему? Ну, потому что я начну сверху, задам вопрос x меньше y, если ответ истинный, хорошо, я говорю x меньше y, и затем бум, я как бы жульничаю и перехожу к самому концу программы и останавливаюсь, задав только один вопрос. Но если x не меньше y, хорошо, я задам вам второй вопрос, но если ответ истинный, бум, я ввожу x больше y, и затем останавливаюсь. И только в извращенном случае, когда x на самом деле равно y, что я, как утверждаю, очень маловероятно или редко, только тогда я собираюсь задать 1, 2, 3 вопроса, чтобы выяснить, печатает ли что-нибудь вообще. Так что вот что мы имеем в виду, различая правильность кода, потому что он все еще правильный, но эта версия лучше спроектирована, потому что, надеюсь, вы часто будете идти по этой ветви или этой ветви, а не по самой длинной. Есть ли сейчас вопросы по этому коду или его визуализации, да? Почему я вообще потрудился задать этот вопрос? Не нужно, потому что, когда я нажму эту кнопку, надеюсь, у меня есть нужный слайд на месте, это будет еще лучше, чем тот дизайн, так что спасибо, что подготовили почву. Это та же картинка, она вроде как стала больше, потому что в ней меньше узлов, меньше фигур. Обратите внимание, что если x меньше y, бум, мы говорим об этом и останавливаемся. Если x не меньше y, но больше y, бум, мы останавливаемся. Или если оно не больше, мы сразу делаем вывод, что x действительно равно y. И снова мы останавливаемся. Так что эта картинка настолько эффективна и хорошо продумана, насколько мы можем сконструировать эту логику. Это почти самое лучшее решение этой проблемы, которое мы можем придумать. Итак, если я вернусь к своему коду, чтобы мой код на C соответствовал этому, единственное, что мне нужно сделать, это перестать тратить время компьютера впустую. Не задавайте этот третий вопрос, просто логически, математически делайте вывод, что, конечно, оно будет равно на этом этапе. Хорошо, есть ли другие вопросы по этому поводу? Извините, немного громче. Очень хороший вопрос. Что, если я введу что-то, что не является числом? Итак, здесь библиотека CS50 и реализация getInt будут вашими друзьями. Например, если я запущу .compare и захочу сравнить кошек и собак, я могу ввести cats, enter. Он просто будет снова и снова запрашивать у меня ввод. Он также не позволит мне ввести dogs. Он заставит меня дать ему целое число. C не делает этого по умолчанию. И на самом деле, как мы скоро увидим в течение CS50, C на самом деле очень опасный язык в конечном итоге, потому что он просто доверяет, что человек делает то, что он хочет. И как таковые, многие современные программы, которые так или иначе взламываются, если они используют C или другой язык под названием C++, на самом деле очень уязвимы для определенных типов взломов, в то время как другие языки, к которым мы перейдем в классе, менее уязвимы по тем же причинам. Итак, помимо этого, давайте рассмотрим еще один тип данных. Кроме строк, кроме char, есть кое-что в этом списке. Извините, кроме строк, кроме целых чисел, есть этот другой тип данных C, известный как char, для одного символа. Итак, давайте разберем и его. Строка — это действительно строка, это 0 или более символов вместе. Char — это всегда ровно один символ. Не все языки утверждают себя различием между одним символом и строкой символов, но в C строка обычно состоит из нескольких символов, но теоретически может быть нулевой. По совпадению, она может быть единичной. Естественно, она может быть и больше, но char — это буквально, как следует из названия, один символ. Итак, учитывая это, обратите внимание, что в библиотеке CS50, помимо getString, помимо getInt, у нас также есть getChar. Еще одна удобная функция для получения одного символа от пользователя. Так, почему нам может быть полезно получить только один символ от пользователя? Ну, что если вы просто делаете то, что вы и я делаем довольно часто, когда вы устанавливаете новое программное обеспечение или заполняете какую-то форму? Вы соглашаетесь с какой-то формой условия. Итак, позвольте мне вернуться в VS Code, и давайте я создам новую программу под названием agree.c, что-то вроде запроса согласия пользователя. Итак, в VS Code я набираю code agree.c, и я собираюсь быстренько набросать некий шаблон. Итак, include cs50.h, include stdio.h, int main void, а затем внутри main, что похоже на зеленый флаг нажат, я сделаю следующее. Получить символ от пользователя и спроси его что-то простое, например, вы согласны, ожидая ответа да-нет. Но вначале
начале этой строки мне нужно где-то поместить возвращаемое значение, поэтому я помещу его в переменную с именем C. И в программировании, если вы просто получаете одно значение, иногда нормально использовать X и Y или C. В более крупных программах вы выигрываете от использования реальных слов, таких как answer, как мы делали с самого начала. Но C должен быть определенного типа, поэтому я буквально скажу char, а затем закончу свою мысль точку с запятой. И вот, как я могу проверить, согласен пользователь или нет? Я могу сделать что-то вроде этого. Если значение C равно в кавычках строчной Y, то продолжай и выведи agreed, обратная косая черта N. Иначе, если переменная C имеет значение равное строчной N, давайте выведем, скажем, not agreed. Как будто я соглашаюсь или нет с какими-то условиями. Но обратите внимание, что это не опечатки, что я сделал совсем немного иначе, чем в последний раз, когда я использовал текст. Да? Одинарные кавычки вместо двойных кавычек. Итак, вот эвристика. При использовании строк, которые обычно состоят из нескольких символов, необходимо использовать двойные кавычки. При использовании одного символа вы должны использовать одинарные кавычки вокруг одного символа. Итак, позвольте мне теперь создать makeAgree.agree, enter, и позвольте мне ввести y для yes. Кажется, работает. Позвольте мне запустить это снова. .agree, n для no, и кажется, работает. И просто, если введу что-то случайно, например, знак вопроса, я не знаю, он не падает. Он просто игнорирует меня, потому что у меня было только два болевых выражения там. Но обратите внимание, можно утверждать, что это на самом деле немного ошибочно. Позвольте мне запустить это снова. .agree, enter, как насчет заглавной y, потому что, например, у меня нажат caps lock. Хорошо, он просто игнорирует меня. Позвольте мне сделать это снова. .agree, заглавная n, потому что у меня нажат caps lock. Хорошо, он просто игнорирует меня. Но это должно иметь смысл, потому что я буквально проверяю на строчные буквы. Так как я могу это исправить? Не просто меняя строчные на заглавные, потому что тогда это ломает программу в обратном направлении, да? Да, давайте просто добавим здесь еще одну ветвь, так сказать. Итак, если переменная C равна заглавной Y, то я могу здесь сказать printf agreed. А затем позвольте мне закрыть терминал, чтобы освободить больше места. В противном случае здесь внизу else if C равно заглавной N. Давайте опять скажем printf not agreed. Я утверждаю, что теперь это будет работать. Это четырехсторонняя развилка на дороге, но я, по крайней мере, проверяю строчные, заглавные для Y и N соответственно. Я утверждаю, что это правильно, но даже если вы никогда раньше не программировали, это тоже должно сегодня начать вас раздражать, типа «мы можем сделать лучше, это не самый лучший дизайн, почему так может быть, да?» Ах, умно. Так что мы могли бы просто принудительно сделать переменную C заглавной, или, может быть, принудительно строчной. Независимо от того, что будет человек, мы просто делаем это сами, чтобы мы могли снова упростить это до двух возможных сценариев. Мне это нравится, но мы еще не видели в C никаких функций, которые позволили бы мне менять символы на заглавные или строчные. Так что мы дойдем до этого, но хорошей интуиции и правильно. Другие мысли? Итак, мы могли бы использовать или в каком-то смысле типа логического или. Что мне не нравится в этом, чтобы было ясно, так это то, что это повторение. В программировании и в жизни в целом есть этот принцип, типа «не повторяйтесь без необходимости». И под этим я подразумеваю, что у меня буквально одна и та же строка 10, как и 14. У меня буквально одна и та же строка 18, как и 22. И в конце концов, я буквально потратил в два раза больше времени, чем мне нужно. Иными словами, возвращаясь к нашему обсуждению Scratch, если я просто согласен, изменю что-то, например, захочу быть более восторженным и напишу «согласен». Что ж, я могу забыть изменить это в другом месте, и давайте просто предположим, что сегодня это выглядит глупо и является ошибкой, потому что я хочу, чтобы они были согласованы. Поэтому не создавать ситуации, когда вы можете изменить что-то в одном месте, но не в другом. Просто пишите это только в одном месте. Мне нравится идея объединения вещей с помощью или. Позвольте мне удалить то, что я только что написал. И чтобы было ясно, пока это на экране, когда вы выделяете код VS Code в соответствии с нашей конфигурацией, эти точки просто показывают вам, насколько я сделал отступ, потому что все стилистические соглашения обычно заключаются в отступе на 4 пробела и, возможно, еще на 4 пробела. Эти точки просто помогают вам считать, не прибегая к мануальному осмотру. Но позвольте мне удалить эти строки, позвольте мне удалить и эти строки, и это будет выглядеть немного странно, но способ, которым вы можете объединить две мысли с помощью или, так сказать, это не говорить или, а использовать две вертикальные черты, что синтаксически означает английское слово или. И вы можете просто задать другой вопрос, если C равно в кавычках заглавной буквы
заглавие Y, а затем здесь я могу сказать или C равно заглавной буквы N. Это добавляет немного больше кода к каждой из этих строк, но не добавляет избыточности, потому что я не дублировал свой printf и не добавлял больше фигурных скобок без необходимости. Кстати, есть противоположность или. Логически это слово и. Два амперсента в C — это способ выразить, что вещь слева должна быть истинной и вещь справа должна быть истинной. Но почему это не имеет смысла в контексте строки 8? Да, насколько я знаю, этот символ не может быть одновременно в нижнем и верхнем регистре. Это просто не имеет логического смысла. Таким образом, действительно, или это то, что нам нужно в этом случае. Другие вопросы? Хороший вопрос. Через csvt.h есть ли способ сравнивать строки? Короткий ответ — нет. Но C предоставит нам такую возможность. На самом деле, на следующей неделе, помимо всего прочего, мы научимся и сравнивать строки. И если вы уже программировали раньше, вы увидите, что в C это работает не так, как вы могли бы ожидать. Но это тоже проблема, которую мы решим. Другие вопросы по этой логике. Просто чтобы это стало реальным, каждый раз, когда вы нажимаете на одно из тех лицензионных соглашений или условий использования в форме программного обеспечения, вероятно, под капотом есть код, такой же простой, как этот. Может быть, он графический, может быть, он проверяет, нажимаете ли вы кнопку, или, возможно, нажимаете клавишу Enter. Но под капотом, предположительно, есть какое-то условное выражение, проверяющее такие входные данные. Я убежден. Обучение в IT должно быть доступно каждому. Именно поэтому я создал уникальный курс для тех, кто хочет освоить программирование с нуля. Что делает этот курс уникальным? Мы предлагаем полный набор базовых знаний от решения задач и структур данных до алгоритмов и баз данных. Обучение сразу двум популярным языкам — Python и JavaScript, понимание работы веба и создание собственного веб-приложения с искусственным интеллектом. Практические советы по развитию карьеры и поиску работы, основанные на моем личном опыте в индустрии. Наш курс представлен на трех уровнях объяснения. Если что-то непонятно на одном уровне, переходите на следующий, где материал изложен еще проще. Такой подход вы больше нигде не встретите. И самое главное, курс стоит в десятки раз дешевле аналогичных программ от раскрученных школ и станет отличной инвестицией в ваше будущее. Ссылка на курс с весомой скидкой в описании под видео. Присоединяйтесь и начните свой путь в IT уже сегодня.